Третий хороший удар уходит. Третий сюда открылся. Перевод. Второй опять пятому ставит и через четвертого без заслона. С приходом в команду было необходимо поменять все, говорит Олег Игумнов. Это естественный процесс. У каждого тренера свой метод, поэтому сейчас специалисту приходится объяснять подопечным кардинально другие тактические схемы. Как следствие, в предстоящем сезоне мы увидим совершенно иной баскетбол в исполнении «Волков», отметил Олег Александрович. Игра будет строиться от нападения. Мы сейчас все меняем. Мы не оставили ни ту тактику, которая была. Все как бы все новое сейчас будет. Все новое, все другое нападение, другая чуть-чуть защита. Ну, может, она и та же была, но сейчас как бы мы ничего практически не оставляем. Будем агрессивно играть. Ну а в нападении мы будем исходить. В принципе, тут ничего такого серьезного нет от исполнителей. Что умеют у нас исполнители, мы под это, под них, под каждого сделаем комбинацию. Кто-то у нас умеет играть в посту, из маленьких будем что-то под него делать. Общий язык с командой искать долго не пришлось. По долгу службы Олег Игумнов знал практически всех игроков еще до прихода в Тамбов. Капитан команды Михаил Гаврилов говорит, что и спортсменам комфортно работать с пришедшим наставником, несмотря на то, что прежний тренер был у руля три сезона подряд. Сейчас, ну, мне кажется, что более интенсивная. То есть работа идет, все в движении, все в игровом ритме. То есть мы постоянно пытаемся наработать броски в движении, там, с ухода, не знаю, в комбинационных моментах, каких-то коротких отрезках. То есть, ну, мне нравится, как бы, и парням в команде тоже все устраивает. В предстоящем сезоне у команды есть конкретная цель – войти в регулярном чемпионате в тройку лидеров. Новый тренер, наполовину обновленный состав – хорошие предпосылки для того, чтобы порадовать своих болельщиков долгожданным триумфом после, мягко говоря, не совсем успешного сезона. Как можно заметить, сейчас баскетбольный клуб «Тамбов» тренируется на своем паркете. По словам главного тренера, площадка позволяет хорошо подготовить команду, не выезжая за пределы города. Ну а увидеть любимых игроков в деле можно будет теперь только осенью. В первых двух домашних играх регулярного чемпионата «Волки» встретятся с соперниками из Курска. Олег Рожков, Евгений Михеев, Александр Щеднов. Область новостей.